Санкт-Петербург знакомит жителей с национальными казахстанскими пьесами. В городе прошел вечер композитора и музыканта Татимбета Казангупулы, известного казахского исполнителя пьес. На новой сцене Александринского театра с концертом в честь 200-летия музыканта выступил академический оркестр казахских народных инструментов. В этом году исполняется великому казахскому композитору Татимбету исполняется 200 лет. А так как оркестр имени Татимбета, мы сочли нужным в рамках 200-летия этот концерт провести. Инструментальная пьеса по-казахски «Кюй». Исполняют ее в основном на домре. А повествует она, как правило, о различных явлениях природы. Добавлю, одну из этих пьес Татимбет Казангупулы исполнил в далеком 1855 году в Петербурге на коронации царя Александра II.